как сегодня выяснилось на этом совещании, на котором выступал представитель федерального экологического оператора ПГОП Погодин Максим Сергеевич, в Москве по ВКС он был, Кузьмин Георгий Георгиевич, заместитель председателя правительства, значит, Иркутской области, что сегодня говорил Кузьмин по дорожной карте. Первое, что он перечислил, это что закуплено, и еще 17 миллионов будет освоено на закупку для детей средств индивидуальной защиты. Я была в шоке. Я ему задала вопрос. Скажите, пожалуйста, мэр Тарубкин во время проведения общественных слушаний 28 апреля 2021 года очень похвалился и всем сказал, вас ждет благо онкологический и психологический диспансер. А вы сейчас к этому еще и добавляете средства индивидуальной защиты. Значит, вы однозначно предполагаете, что тот объект, который будет строиться, опасен. То есть вы, получается, уже загодя людей готовите ходить вот в этих средствах защиты. Ну, это было вообще нонсенс, я ошарашена. И получается, что все это сделано для ПТК «Восток», никакой рекультивации не говорится. И даже вот этот вот сегодняшний Максим Сергеевич, который выступал, значит, от ФЭО «Погодин», он тоже говорил о новом проекте. Но снова не о рекультивации. Я ничего не поняла. Сделано, не сделано зачистка территории химпрома, и убрано ли там все, что загрязнение было с 36-го года прошлого века. А еще на все вопросы, которые прозвучали в этом, на этом совещании, даже Габов обратил внимание на то, что расхождение комитета собрания у правительства Иркутской области и федеральные СМИ, и федеральные источники, оно все разнилось. То есть он задавал тому ФЭО, что у вас госэкспертиза пройдена, нам в январе об этом сообщили. Тот говорит, нет, не пройдена. Мы были ошарашены. Оказывается, не пройдена ни на что, ни на один проект государственная экологическая экспертиза. Сегодня прозвучало из слов Кузьмина, что все отдали на муниципалитет. То есть вся эта территория, как сказал Кузьмин, формируется из отдельных участков единым, значит, земельным участком, и это все будет делать муниципалитет. Я была в шоке. Откуда у муниципалитета такие большие деньги? Как мог Тарубкин, не посоветовавшись с людьми, забрать на себя такое огромное вредное хозяйство, в том числе с земельными участками, с объектами, в том числе с этими скважинами, и сказать, что это теперь имущество муниципалитета? Вот для меня это было вообще шоком. Молодцы усольчане, огромное им спасибо и низкий поклон за то, что несмотря на те давления, на те прессинги, на те преграды, которые им устраивают все, они все равно смогли в полном составе пойти на это совещание, 425-й сенаторский кабинет, и высказать свою точку зрения в том объеме, в котором им позволили. Потому что если Иванов говорил, его никто не прерывал, он постоянно пытался занять время и говорил непонятно что, а когда профессионально говорили общественники, им говорили регламент. Это все. И то есть человек только собирался что-то сказать, ему говорят, все регламент, все регламент. То есть нас не слышат. Даже галочка поставлена, ну и все, и пошли вон. Но что было решено? Решено было, что конкретно по скважинам, о том, о чем докладывала Надежда, о чем говорила Дарья, о чем говорил Михаил и Анастасия, что будет дополнительно это все, ну, как бы рассмотрено. Как и в каком виде, на каком уровне, я не поняла, потому что Кузьмин на это молчал. Более того, очень важный вопрос подняла Анастасия по перезатариванию отходов. И что 11 месяцев они хранятся, и потом куда? Вы их должны вывезти. А время прошло, 11 месяцев прошло, почему не вывозите? Ну что, Росатом сказал, это не наши, вывозить не будем. Она их спрашивает, а вы паспорта на эти отходы составили? А он говорит, а я не собственник, я этого делать не обязан. То есть это вот вообще сегодня была такая вот непонятная перепалка. Я как-то край ничего не знаю, пошли вон. Вот это было сегодня нам всем сказано. Идите в суд, идите в суд. Вот и все. То есть мы, и Михаил говорит, почему вы не нас защищаете, граждан, которые к вам пришли за поддержкой, за помощью, а вы нам вот в суд нас отправляете, вы даже слышать нас не хотите.